Всех снова рад видеть на нашем канале Optanet. И сегодня я хотел бы вам показать офигенную фишку вашего айфона, в принципе и айпада. Как с помощью вашего айфона или айпада подписать любой документ. Где-то вы работаете, вам прислали документ в электронном виде, чтобы его не распечатывать, потом это все дело обратно не отправлять или куда-то ехать. Вам прислали электронный документ, вы прям с вашего айфона можете поставить подпись и отправить его обратно уже с вашей подписью. Это очень удобно. И я думаю, люди, которые постоянно подписывают какие-то документы, будут благодарны за этот ролик. Приятного просмотра! Поехали! Берем в руки наш iPhone. Кстати, это работает на абсолютно любом айфончике. Нужен нам документ. Ну, вы открываете, например, тот документ, который вам прислали. Я покажу просто на примере какого-то документа. Заходим в интернет, пишем пример, образец документы для подписи. Ну, я выбрал вот, например, вот этот документ. Вот таким вот образом он там, допустим, выглядит. Чисто, чтобы вам показать. Делаем скриншот этого документа. Вы делаете скриншот своего документа, который вам прислали. Все. Вы там делаете его красиво, уменьшаете все, что нужно. И вот здесь внизу есть плюсик. Если вам нужно подписать его именно типа синим цветом, как будто ручкой, то, соответственно, выбираете вот здесь синий цвет. Точно так же вы можете выбрать синий, черный, ну, в общем, без разницы. Выбираем синий цвет, и вот здесь, где у нас в правом нижнем углу плюсик, нажимаем на него, и здесь есть подпись. Нажимаем на подпись, и вам на экране нужно электронно подписать. Ну, то есть вы ставите свою подпись, например. Вот так вот я ставлю. Нажимаем «Готово», у нас есть вот здесь подпись, видите? Можете перетащить, то есть там, где вам нужно поставить подпись, соответственно, вот допустим, ой, назад. Так, назад. Выбираем эту подпись и можно, естественно, сделать размер, то есть больше, меньше, как вам надо. И перетащить именно туда, куда вам нужно. Вот у нас есть документ, и я могу сейчас ее вот поставить сюда. Нажимаем «Готово», «Сохранить фото». Все. Заходим в фотографии, открываем этот документ. И, пожалуйста, смотрите, вот этот документ. И вот я поставил свою подпись. И теперь этот документ в электронном виде вы можете куда-то скинуть. На Viber, в Telegram, ну, без разницы куда. Уже с вашей помощью. Не нужно его ни распечатывать, ни делать подпись вручную. Это буквально займет у вас секунду времени. Отправили, и все. Ребят, и вот таким вот образом вы можете подписать очень много документов за очень короткий период времени. То есть, если вы где-то дома, куда-то уехали, но экстренно нужно подписать что-то, просите, чтобы вам скинули его в электронном виде, вы сделали свое дело, отправили обратно, и все, вам не нужно ничего распечатывать и дополнительно никуда ехать, чтобы подписать документы. Кому понравилось, оценивайте ролик лайком, если у вас остались какие-то вопросы, в комментариях задавайте, я с удовольствием на них отвечу. Всем удачи и всем пока!